друзья, всем привет! В этом видео показываю вам отель Клеопатра Резорт 5 звезд. Погнали! Так, холл отеля, ребят, Клеопатры. Слева у нас сразу ресепшн и такой достаточно большой просторный холл. Есть какой-то небольшой фонтанчик. В целом отель, ну, относительно среднего возраста для курорта Шарм-эль-Шейх. По-моему, 2010 года он открылся. В общем, сейчас пройдемся по территории и покажу вам, как выглядит отель, в каком он состоянии и кому стоит сюда ехать отдыхать. Также здесь в холле расположен лобби-бар. В лобби-баре у нас, ну, естественно, алкогольные и безалкогольные напитки. И есть какой-то перекус. То есть, если вы рано приехали и еще до заселения, ну, можно перекусить какими-то вот такими пирожными, нарезка сырная, огурчики там, что-то, колбаска, яблочки. Вот такое вот небольшое меню есть на лобби-баре. Дальше, ребят, сразу за лобби-баром есть терраса. Смотрите, какой вид открывается с этой террасы на территорию отеля Клеопатра. То есть очень хорошо просматривается территория, видно бассейны, корпуса, и в самом конце уже там мы видим море. Видим, есть амфитеатр, вернее сцена, где проходит анимация. Сейчас октябрь, ветерок присутствует, то есть видно как бы, но вот на территории отеля как бы он не особо чувствуется, потому что корпуса отеля так устроены, что я вижу, они немножко защищают это всю территорию от ветрености. Family Zone. Тут расположены виллы, то, что я говорила. А, и там дальше есть два теннисных корта. Пойдемте по травке. Она все подходит. Тут бассейн не подогревается? Этот нет, другой. Activity бассейна, который анимация. А вот по анимации, что с анимацией? Софт. Анимация софт. Можно. А дискотека есть? Есть, я. Номер Family Suite. Так, это Family Suite, как я говорила, тут есть Wi-Fi. Morning. И также мы иногда тут сели 2 семьи. Один санузел. Второй санузел. И вот аж где наша комната. Значит, кровать French bed, плазма. Все очень аккуратно и красиво. И терраса. И смотрите, друзья, вот такая вот терраса. На террасе стол и пара стульчиков. Так, показываю санузел. Один из санузлов. Умывальник. Отличный фен. Косметика. Туалет. И такая вот огромная, ребят, душевая кабинка. Еще в этом номере у нас есть такая вот кухня. Смотрите, чайный набор. Ну, тут полноценная кухня, ребят. Даже с таким вот холодильником. О. Печка. И даже стиральная машина. И во второй комнате у нас две раздельных кровати. То же самое, телевизор. И кондиционер тоже отдельный. Итак, друзья, смотрите, пока мы идем по территории в сторону пляжа, и чтобы посмотреть номер категории лакшери, я вам по пути покажу, как выглядит территория отеля, ну и расскажу некоторую основную информацию. Итак, смотрите, значит, отель расположен примерно, ну, чуть больше 6,5 километров от аэропорта, поэтому тут, смотрите, ребят, можно ехать на трансфере, который ходит пакет, но гораздо удобнее и быстрее будет за 5-10 баксов доехать на такси
от аэропорта. Значит, дальше, смотрите, естественно, отель на первой линии, за территорией отеля инфраструктура, ну, так себе, минимальная. Есть несколько магазинчиков, то есть какие-то сувениры можно купить. Если кто-то хочет хорошую инфраструктуру, едем либо на маршрутке, либо на такси в Нама Бэй, либо в Хадабу. Дальше, номерной фонд отеля. Значит, смотрите, всего есть 5 категорий номеров: Superior, Luxury, Junior Suite, Executive Suite и Family Suite. Значит, все номера, кроме Family Suite, могут быть с видом на море, могут быть с видом на территорию. Естественно, номера, которые с видом на море, будут иметь стоимость чуть-чуть повыше. Это сразу вам нужно понимать. Значит, в Family Suite нет вида на море. То есть, эта категория номера расположена, ну, максимально близко к главному зданию. Соответственно, сюда в номер может доставать интернет. Дальше, по инфраструктуре из основного, значит, общее количество бассейнов для взрослых 4 и 2 для деток. Один для взрослых и один для деток подогреваются. Естественно, на территории отеля есть тренажерный зал и спа-процедуры. Значит, дальше. По развлечениям. Значит, в дневное время проводится софт-анимация, то есть возле бассейна Activity играет музыка, и аниматоры пытаются как-то там развлекать гостей отеля. Вечером есть какие-то шоу-программы, но тут тоже нужно понимать, ребят, что это не Турция, поэтому чего-то грандиозного не нужно ждать от Египта. И напоследок, вечером, то есть ночью, там есть дискотека. С 23.00 до 2.00 есть дискотека, ребята. Поэтому, если кто-то был на этой дискотеке, напишите в комментариях, как вам на этой дискотеке, понравилось, либо не понравилось. Дальше, по питанию, ребят. Ну, тут все стандартно. Есть главный ресторан, где сервируется шведский стол. В течение дня есть перекусы. И в отеле есть два а-ля-карт ресторана. Рыбный и итальянский. Как нам сказал представитель отеля, каждый ресторан можно по одному разу посетить бесплатно по предварительной записи, если ваш отдых в отеле будет более 7 ночей. Ну и, в принципе, по барам есть 5 баров на территории отеля. Так, для деток есть детский мини-клуб, принимает деток с 3 до 12 лет и работает по графику. 2 часа, по-моему, до обеда и пару часов после обеда. По пляжу, ребят, в принципе, пляж довольно такой просторный. Длина пляжной линии 200 метров, значит, понтон длина 125 метров, по-моему, примерно. Есть риф, я не думаю, что он здесь какой-то грандиозно красивый, но я думаю, здесь его будет достаточно для таких вот, ну, не сильно любителей дайвинга. Дальше, что еще нам представитель отеля сказал, что даже при отливе здесь есть 1 метр глубины. То есть можно как бы зайти с берега и, ну, деткам будет нормально. И по Wi-Fi, ребят, значит, во всех общественных местах есть Wi-Fi бесплатный, но не во всех номерах. И то, как работает здесь система All-Inclusive. Значит, смотрите, в отеле официально All-Inclusive работает в рамках чек-ина и чек-аута. То есть, именно в это время у вас есть все включено. Все, что будет до время заселения и после времени выселения, будет только за доплату. То есть, покушать, попить только за доплату. Если вы приехали рано, либо вы улетаете домой слишком поздно, а выселение в 12.00, то после того, как вы сдали номер, все питание и напитки идут за доплату. Лакшери бичфронт. Слева сразу санузел. И вот этот номер. Одна большая кровать. Справа телевизор. Есть у нас пару кресел со столиком. И вот такая вот терраса. Моря-то нету. Не открывается. Вот такая, друзья, терраса с видом на море. Ну,
Ну, а внизу пляж отеля Клеопатра. На террасе у нас пара стулов, столик и один такой вот шезлон с матрасом. Не знаю, если попросить, возможно, поставят еще один. Чайный набор, мини-бар. И санузел. Туалет. Большая душевая кабина. Умывальник и косметика Клеопатра. Маленькое зеркало и нормальный фен. Просто заполнен у нас отель 100%, поэтому номера... Заполняемые 100%? Сейчас 100% уже, я не знаю, который месяц. Особенно сейчас 100-100. 105 даже бывает. Супериор. В принципе, он такой же самый, как у вас. Самая минимальная категория номера в отеле Клеопатра. Кровать большая, на двоих человек. Слева плазма, столик, стулья. Балкон. Вот. Значит, на балконе у нас пара стульев, стол. И такой вот вид на территорию отеля. Слева немножко видно море. Ну, в принципе, все зависит от размещения этого номера на территории. Может быть видно, может быть не видно. В этот номер, друзья, можно доставить одну кровать, то есть максимальное размещение у нас 2 плюс 1. Кровать, говорят, ставят полноценную. И санузел в номере Superior. Слева у нас туалет, полотенечки белые, чистенькие, все на высшем уровне. Умывальник, косметика, хороший фен, маленькое зеркало и... Большая душевая кабина. Абсолютно чистая. Так, ребят, это у нас пляж у отеля Клеопатра. Такой вот просторный достаточно пляж. Справа, вот вы видите, понтон. Относительно не длинный. Где-то там 100 с чем-то метров, 125, по-моему. Какая-то интересная такая скала. Ну и вход с берега при... До того, как начинается отлив, то есть небольшой вход. Так, друзья, вот такой вот отель Клеопатра, 5 звезд, в Шарм-эль-Шейхе. Показал вам территорию, показал вам пляж, ребят, показал вам номера. Вот, показал вам много чего, что будет полезно вам видеть и знать. Чтобы все вам понравилось в этом отеле, когда вы отдыхаете. А вы, кто здесь уже отдыхал, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, что вам понравилось в этом отеле, что вам не понравилось, когда вы отдыхали зимой, летом, вот, было ветрено, либо не было ветрено. То есть напишите эту всю информацию, пожалуйста, в комментариях, я обязательно это почитаю. Если есть какие-то вопросы, вы задавайте, я тоже буду стараться вам ответить на ваши вопросы и подсказать вам необходимые ответы. Не забывайте подписываться на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Всем отличного настроения. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Это новый. Комната все реновируется постоянно, потому все комнаты в хорошем состоянии. Всего у нас 9 корпусов и 5 категорий комнат. Executive, Superior, первая категория, Luxury, Executive Suite, Junior Suite и Family Suite. Первые 4 категории расположены хаотично по всей территории. Family Suite находится только в этом блоке, в той стороне. То есть там нет вида на море. Но комната очень большая. Family Suite 146 квадратных метров. Там есть 2 спальни, 2 санузла, большая прихожая.
Иногда, если гости хотят поселиться рядом, но у нас нет такой возможности поселить их рядом в две комнаты в отеле, мы сняли их в одну Family Suite. В принципе, все довольны, потому что в Family Suite также есть Wi-Fi, и сама комната очень большая. Расскажу подробнее про Superior, так как это первая категория, обычно бронирование идет на нее. Всего 38 квадратных метров. Внутри у нас есть чайник, чай, кофе обновляется каждый день, в мини-баре только вода обновляется каждый день. В номере Superior Luxury категории Wi-Fi нету, но есть проводной интернет, кабель можно взять на ресепшене. Размещение может быть 2+1, то есть доставляется полноценная кровать. Посмотрим этот номер, увидим, что там, в принципе, две кровати физически не влезут. Возможно, с двумя детками, если детки помладше, например. Итак, сам отель. У нас 4 бассейна для взрослых, один подогревается, 2 детских, один подогревается, всего 6 бассейнов. 5 баров на территории отеля, пляж у нас 200 метров, типичный для Напы, то есть идет коралловая корка. Потом с понтона, который у нас 120 метров, деревянный, хороший, укрепленный. Спуск и красивый коралловый риф. Большой плюс, у нас есть лагуна. Лагуна, в которой даже в отлив есть метр воды. Это значит, что можно покупаться там с детками, тем, кто не умеет плавать и так дальше. То есть это большой плюс, мы будем проходить, тоже ее посмотрим. Также у нас для деток есть детский клуб. Анимация занимается детской. Детками в главном ресторане есть тоже детский уголок, небольшой выбор даже детского. Есть небольшие картошка фри, разное пюре. В принципе, если есть какие-то особые реквесты, то мы стараемся идти навстречу и подготавливать. Также на территории это новый обновленный спа. В спа у нас есть спортзал с 8 до 8, абсолютно бесплатно. В спа несколько, по-моему, парная сауна, несколько часов. Входит в All Inclusive. Также у нас есть дискотека на территории отеля. Wi-Fi у нас во всех общественных местах, то есть в главном ресторане, в лобби, на пляже. Но в комнатах, как я и сказала, в категории Superior и Luxury нет. Wi-Fi, да. Wi-Fi везде бесплатный. Так, заселение, выселение стандартно. Заселение в 2 часа, выселение в 12. Если у гостей не было обеда по прилету, то есть они прилетели поздно, то у них остаются браслеты. Если они прилетели рано, то браслеты связают 15 часов. Если совсем рано прилетели, то они, во-первых, могут перекусить на лобби-баре, там есть небольшой перекус, а также попить. А перед обедом мы им обязательно оденем браслет. Даже если заселение будет в 2, то пообедать они уже смогут. В принципе, территория отеля они тоже могут пользоваться карточками. После выселения. От территории отеля можно пользоваться, если у них как бы не было обеда, у них остаются браслеты, нет, браслеты срезаются. В спа у нас можно принять душ, территория можно пользоваться, карточку абонента можно оставить. То есть спокойно, если гости... Если раннее заселение и поздний вылет, то браслеты срезают в 12 часов дня, да. Правильно? И туристы уже не могут кушать за доплату. Это за доплату будет, да. Это будет $10 за обед с человеком до 3 часов за браслет. Так, в принципе, это главная информация. Есть на данный момент какие-то вопросы?